Какой чудесный день! Кто-то похитил Гули! Гули? Не плачь, крошка, мы найдем его! Помогите! Что ты задумала? Посчитаем овечек? О, нет, нет, нет! Отпусти моего друга! Развяжи Вули сейчас же! Его? Одну минутку! Нет, я тебя остановлю! Отдай! Это мои игрушки! Никому не двигаться, это полиция! Бэри Соны! Будешь ставить опыты в камере, детка! Теперь ты пойдешь со мной! Я так не думаю! Что? Как ты это сделала? Ты ответишь за это! Проведем их в тюрьму, напарник. Держи, малышка. А как же я? Кто-нибудь, помогите! Ты жди здесь, а ты иди делать фото. Стой ровно. Эй, офицер, вообще-то это я звезда криминального мира, так что меня нужно фотографировать первой. Вау, мисс Венсдей, можно ваш автограф? Вы мой кумир. Видишь? Подвинься, коротышка. Это моя фотосессия. Смотри в камеру. Дай мне убийственный взгляд. О, что это здесь? Подвинься, фотограф. Ай! Вот что бывает с выскочками в тюрьме. Улыбочку. Вещь? Отомсти ей. Пни меня. Вот и наша звезда. О, секундочку. У меня есть для вас маленький аксессуарчик. Но он только один. Кому же достанется этот прекрасный браслет? В золотой тюрьме сидели царь-царевич, король-королевич. Можно мне? Какая наглость. Нет, кандалы надену я. Окей, давайте разыграем. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Я выиграла. Тюремный браслет мой, офицер. А ты лузер. Ауч. Прошу в камеру, Аманда. Развернись. Что? Призыв к действию. Приятного отдыха, девчонки. Ну и тоска. Что это здесь? О, мой любимый канал в уху. Помогите, кто-нибудь! Вули, ты еще там? Спаси меня! Ребята, напишите в комментариях, какой предмет мне выбрать, чтобы освободить Вули. Пила? Окей, спасибо. Да! Пили, Вули, пили! Что происходит? Сладких снов! Эй, что случилось? Это завтрак. Приятного аппетита. Фу, это не еда. Что здесь? Яблочный пирог? Скоро увидимся, Вули. О, мой милый друг, спасибо. Яблочный пирог? Эй, офицер! Аманде плюс 10 лет тюрьмы за плохое поведение. Работник месяца. Вообще-то я сюда целился. Офицер Боб, чем могу помочь? Я пришел заявить, что заключенная Венсдей сущий демон.
Ее нужно запрятать подальше и никогда не выпускать. А это Аманда. Она просто ангел. Ее нужно поскорее освободить. Приветик. Произошла ошибка. Аманда ни в чем не виновата. Ага, ага. Подозрительный барашек. Это же ты объявлен в розыск. Что? Проклятье. Сбежал. О, мой пистолет. О-оу, мои штанишки. О, no! Телевизор? А он здесь откуда? Все равно не работает. Приветик. Мамочки. Ну и кошмар. А это еще что? Подарок от фанатов. Нет, я его не заказывала. Приятного просмотра. Хочешь попкорн? Обожаю это шоу. Это утенок возмездия. Вули, что ты задумал? Привет, Аманда. Я тебя вытащу. У меня есть гипнотический медальон. Поднеси телевизор к решетке. Я смогу загипнотизировать смотрителя, чтобы он тебя выпустил. Окей, поняла. Сейчас. Отлично, хорошо. Стоп. Зови его. Ага. Эй, офицер Боб, подойди сюда. Немедленно. Да что там такое? У меня тут катарсис динозавра. Что за крики? Какие крики? Я вас не звала. О, баран в розыске. Выходи скорее, чтобы я тебя арестовал. Привет, офицер, конечно. Но сперва взгляни на это. Сейчас ты достанешь ключи и выпустишь Аманду из камеры. Я этого не допущу. Гипнотизировать позволено только мне. Что? Что произошло? Нет! Даже не думай. Упс. Вау, суперсилы. Порядок, ключ у меня. Что-то пошло не так. Привет, это я, Вули, твоя подруга. Открой мою камеру и выпусти меня. Нет, Вули, помоги мне. Это я твоя подруга. Выпусти меня. Ребята, помогите мне. Кто из них настоящий Аманды? Напишите в комментариях, какую камеру мне открыть. Это я. Нет, это я. Стоп. Окей. Я открою эту камеру. Выходи, Аманда. Неправильный выбор. О, нет. О, да. Что? Побег? Стоять! Давай обратно в камеру. Я молодец. Все чисто. Аманда, я принес тебе напильник. И зачем мне он? Лучше достань мне ключ. Окей. Упс. О, нет. Ага, попал в мою ловушку. Теперь ты мой. Смотри туда. Что? Беги, Вули. Ау! Что произошло? Что ты там делаешь? Аманда? Я готовлю яичницу. Окей. Что там? Резул? Что? Откуда это? Кто это сделал? Ау! Стоять! На выход, Венсдей. Что? И ты на выход, Аманда. Сегодня проходит уборка камер. Окей. Кажется, это надолго. Чем займемся? Давай, Венсдей, бей ее! Покажи ей, Аманда, да! Вот так, отличный ход! Битва! Давай, Аманда! И ты, Венсдей!
Что тут происходит? Делаем ставки? Все на Венсдей. Ставлю на Аманду. Давай! Ты промахнулась, Венсдей. Я не хотела. Оу, не повезло. Все расходимся по камерам. Шоу окончено. Кыш отсюда. Тебе помочь? Я сама. Моя подружка. Как же я скучаю. Время слез прошло. Настало время действий. Что? А? Подозрительный куст. Ты просто хотел, чтобы тебя полили? Ну, конечно. Это очень мокро. Хватит. Я прирожденный садовник. Что-то явно не так. Кустов с руками не бывает. Попался, барашек. Мое ушко, аккуратнее. Кто тут такой нежный? В камеру. Вещь? Принеси ключи. Спасибо. Пора отсюда выбираться. Идем, вещь. Go ahead. Нужны ключи? Случайно уронила. Что? У нас побег! А это еще что? Кассета? А ну, вставьте ее в ваш телевизор. Видишь? Это улики. Венсдей виновна во всем. Упс. А мы тебе говорили, что мы невиновны. Ладно, моя ошибка. Вы свободны. Поиграем, Хагги. Ты арестована еще раз, Венсдей. На этот раз не сбежишь. Пока! Привет, мы за тобой следим. За тобой! Ой, больно! Я глаз не спущу. Грег, может, хватит? Я тебя предупредил. Глупцы. А это еще что? Вещь. Привет, нужна помощь. Отцепись. Ты отцепись. Нет, ты. Принеси мне телефон. Отлично. Энит, мне нужна твоя помощь. Отправить. О, как мило. Сообщение? Помощь? Нет. Что еще? 118 долларов? Точно нет. Снова она. Я верну тебе игрушку. О, нет, мой мишка. Ладно, помогу. И это мои охранники. Нет, оранжевый мне определенно противопоказан. Нужно это исправить. О, да, так намного лучше. Грег, ты это видел? Я тоже так хочу. Вот, держи баллончик. Давай повторим. Ничего не происходит. Вау, получилось. Форма стала розовой. Ну ты даешь. Давай же. Почему не получается? Катастрофа. Я скоро выберусь. Обед. Приятного аппетита. Неужели здесь кормят? Фу, гадость. Я это есть не стану. Какая аппетитная пицца. Как пахнет! Я бы съела пиццу. Вот эту? Обойдешься. Зря смеешься. Вещь? Ой! Моя голова! Что произошло? Эй, ты зачем съел всю пиццу?
Это не я, это ты. Нет, я не ел, это ты. А вот и нет, это ты. Я ее не трогал. Было вкусно. Я готова. Венсдей, жди, я иду. Давай, обходи его. Вот и тайный туннель из комнаты в тюрьму пригодился. Венсдей была права. Ключи у меня. Привет, нарушительница закона. Энит, давай ключи скорее. Сперва верни мне игрушку. Где мой медвежонок? Он в соседней камере. Посмотрим. Пушистик, ты здесь. Я так волновалась. Сейчас я тебя освобожу. А вот и нужный ключ. Ты снова со мной, мой Мишутка. Какое счастье. Ой. Понравилась камера? Здесь ты и останешься. Но я ничего не делала. Отдайте медведя, выпустите меня. Довольно? Что за шум? Откуда здесь плюшевое чудовище? Энит, привет, мы и здесь, соседки. О нет, только не это. Снова. Эй, вы, как вы это допустили? Посмотрите, во что превратилась камера. Вау, выглядит отлично, хватит привередничать. Ах, так. Стало намного лучше, правда? Куда уж лучше. Не хватает только картины. О, нет. Не нравится? Мне плохо. Сердце. Ты привыкнешь. Охранники спят. И они тоже. Вещь. Вещь. Вот ты где. Почему не отзываешься? Цель не повод, а отговорка. Давай я тебя освобожу. А теперь за дело. Займись этими двумя. Все необходимое ты найдешь у Энит. Вещь, мастер макияжа. И чем ярче, тем лучше. Просыпайтесь. Я не сплю. Кевин, посмотри на себя, ну и вид. А, Грег, что с твоим лицом? Улыбайтесь. Нет, выключи камеру, прекрати. Поделись конфетками. Нет, мне самому не хватит. Пожалуйста. Со мной этот трюк не работает. Дай конфет. Нет. Мило. Эй, верни конфеты. Мне. Забирайте. А, там пираньи. Все из-за тебя. Нет, из-за тебя. Как хотите. Оставлю конфетки себе. Конфеточки. Энит, хочешь угоститься? Держи. Спасибо. Должен быть способ выбраться. И я его найду. А это что? Заколка. Очередное виденье? Ты смотри, снова она чудит. Есть идея для пранка. Надоели эти видения. Мои волосы. Как они посмели? Шутка. Венди, что это? Моя заколочка. Вот спасибо. Может, поможешь? Нет? Ну, хоть цветочный принт в тренде. Выпустите меня! Сейчас же! Не будите во мне зверя! Йоу, крутой видос, клевые парни! Хотел ты в детстве копом стать, преступников гонять, но нелегко добро творить, злодеев сторожить. Йоу! Свободу! Сколько можно шуметь? Я не могу сосредоточиться. Энит сама напросилась. Немного шоковой терапии ее успокоит. Подключаю провода к решетке. И включаю ток.
Мне нужно прилечь. Вот и прекрасно. А? Ты это видишь? Не может быть. Это она, наша заключенная. Давай спросим. Это ведь ты? Пожалуйста, станцуй для нас свой коронный танец. Ладно. Вау, это потрясающе! Энит! Что? Рубильник! Ага. Сейчас! Вау! Готово! Дело сделано! Отлично! Я одолжу ваши ключи ненадолго. Ура, Вэнсдей! Мы свободны! Обнимашки? О, нет. Спасибо за сотрудничество. Бездельники, лентяи! Вы чего здесь разлеглись? Всех уволю, вы наказаны! Мы не виноваты! Эх! Все из-за тебя! Меня? Ты виноват! Эй, там ключи! Никак не достать, слишком далеко! Милая рука, пожалуйста, дай нам ключи! Куда же ты? Ушла! Ты должен был ее остановить! Это ты ее упустил! Ой, моя голова! Вэнсдей, хватит! Твои пранки выходят за рамки дозволенного! Я знаю. Довольно. Я преподам тебе урок. С пранками покончено. Ты это заслужила. Звонок. Все на занятия. Эй, под ноги, смотрите. Алгебра – мой любимый урок. Отцепись от меня, глупая собака. Эрика, что ты делаешь после уроков? Нет, только не велосипед. Ну вот, бумага закончилась, как всегда. Мама, у меня проблема. И я в мусорном баке. Прелестно. Привет, пап. Эрика, детка, как вовремя ты пришла. Вынеси, пожалуйста, мусор. А? Ну, какая красивая куколка. И кто тебя выбросил? Не волнуйся, я о тебе позабочусь. Вот мы и дома. С чего начать? Первым делом зашью руку на коленку. Okay. Раз, два и готово. И про пластырь не забуду. Теперь избавимся от всех этих занос. А их тут немало. Следующий пункт. Аккуратные ногти. Твои давно нужно подстричь. И полируем. Ты даже не представляешь, я сама не поверила. Можно приступить к покраске. Слишком яркая палитра? Согласна. Пусть будет стильный черный. Маникюр мы сделали. Теперь самое сложное – избавиться от этих ужасных прыщей. Аккуратно их выдавлю, ни одного не оставлю. Фу, гадость. Это было ужасно. Зато ты выглядишь намного лучше. Займемся прической. Да у тебя роскошные волосы. Давай заплетем их в косички. Так намного лучше. А теперь моя любимая часть – макияж. Уберем лишнюю растительность и начнем с глаз. Теперь подкрасим губы. Ты выглядишь замечательно. И капелька духов, моих любимых. А теперь сменим этот удручающий наряд на что-нибудь покрасивее. Это? Нет. Может, это? Тоже нет. А если вот это? Да, идеально. Ты неотразима. После такой тяжелой работы мне не помешает ванна. А ты посиди здесь. Ароматная пенная ванна. Что может быть лучше? Я тоже люблю ванну с пеной. Зачем так кричать? Невероятно! Ты совсем как настоящий Вэнсдей. Я так счастлива. Счастлива? Я тоже. Спасибо, что спасла меня. Давай станцуем танец дружбы. Повторяй за мной.
Я стараюсь. Получается? Боюсь, что не очень. И что делать? Как стать такой же классной, как ты? Решено. Я сделаю из тебя Венсдей. Ура! Вещь! Я уже здесь, кому помочь? Без паники. Вещь тебе поможет. Жутковато. Не волнуйся, вещи знают свое дело. Я доверяю свой макияж только вещи. Как и моя мама, и ее мама тоже. Ну вот, другое дело. А теперь припудрим носик. Вещь, неси кисточку. К такому я никогда не привыкну. Достаточно. Вещь, тинт для губ и побыстрее. Я знала, что тебе подойдет. Вещь, отличная работа. И еще кое-что. Зачем тебе пакет? Сейчас увидишь. Никогда больше так не делай. Хватит кричать, лучше посмотри. Вау! Прическа точь-в-точь, как у тебя. Естественно. А теперь посмотрим, во что тебя переодеть. Шкаф – моя гордость. Здесь очень много одежды. Интересно. Увы, в твоем случае количество не перешло в качество. Пойдем со мной. Есть у меня одна вещица. Примерь. Кукольное платье? Воу! На мне сидит идеально. Я в восторге. Теперь я готова? Не так быстро. Поработаем над мимикой. Расслабь лицо. Опусти голову. А теперь посмотри суровым взглядом, полным презрения. Нет. Еще раз. Получилось? Дай свой телефон. Привет, Грегори. Звонишь моему бывшему? О, Грегори, я так тебя люблю. Что? Да как ты посмела? Ну вот, все получилось. Можешь, когда хочешь. Никому я не звонила. Ты меня напугала. Еще бы, я хороший учитель. А теперь проведем тест. Насколько ты превратилась в Венсдей? Котята или ворон? Кто тебе больше нравится? Сделай свой выбор. Конечно, котята. Никаких котят. Подумай хорошенько. Ворон? Очень хорошо. Следующее задание. Миленький дворец или зловещий замок? Это сложно. Пусть будет... замок. И это правильный ответ. Да. Последнее задание. Что ты выберешь, печатную машинку или ноутбук? О, нет, я не знаю, что выбрать. Это невозможно. Три. Два. Я выбираю печатную машинку. И это правильный выбор. Ура! Поздравляю, ты готова. Пойдем. Покажем ему, кто здесь главный. Что? Теперь их двое? Неужели где-то существует конвейер по производству Венсдей? О, нет! Ты пойдешь со мной. Грег, вернись! Он вернется очень нескоро. Пока, бывший. Удачного полета. Воу! Теперь твоя очередь. Наконец-то. Okay. Скай, присядь на минутку. Что происходит? Зачем мне шлем? Поверь, без шлема будет не так весело. Ну вот, ручка не пишет. Эрика, одолжишь ручку? С радостью держи. Можешь оставить себе. Спасибо. Что за странный рук? Славный вышел взрыв. Отличная работа. Получай. Ты сам напросился. Давай еще залп. Прекратите, я больше не буду ставить вам двойки, обещаю. Мы с тобой отличная команда. Вот вы где, нарушитель спокойствия. Я до вас добрался. Это мы еще посмотрим. Не надо! Венсдей! Это была последняя выходка. Я вызываю твоих родителей. Мистер и миссис Адамс,
Ваша дочь хотела зажечь камин с помощью нашего охранника. О, какая чудесная идея. Это была последняя искра в очаге моего доверия. Я выгоняю ее из Невермора. Вон! Вороненочек, тебе понравится в этом обычном колледже. Тебя тут тоже будут ненавидеть. Здесь все такие яркие. Мамочки! Видишь, я же говорила. Стоять! Вот, держи, это наш семейный оберег. Это тебе. Отвратительно. Удачи, наша грозовая тучка. Оу. Мы гордимся тобой, Злюшечка. Для семейного архива. Пока, родители. Сегодня среда. Уэнсдей, наша новая ученица. Приветик, она классная. Присаживайся на место, как все другие студенты. Ну же. Привет. Тебе негде сесть? Я подвинусь. Отличненько. Переходим к тесту. А? Бедняжка, тебе нужна ручка? Ручка это для любителей. Профессионалы используют печатную машинку. А? Вау! Она вся такая винтажная. Время вышло. Сдавайте свои работы. Я уже написала на отлично. А? Согласен.